Парк Дружбы ночью. Парк Дружбы расположен в северном округе Москвы, в Левобережном районе, около Ленинградского шоссе. Здесь стоит памятник какому-то известному киргизскому вожаку, да? На коне. Такой красивый штук. Вот, листья выпали, парк освещается хорошо фонарями. Пойдемте дальше. В парке стоят урны, есть скамеечки. После последнего урагана здесь попадало несколько деревьев, остались такие пеньки от них. Еще памятник, точнее даже парк, известен как склад памятников, да? Здесь самые нелепые памятники устанавливались, которые некуда было деть. Такой музей «Поле чудес» своеобразный. Ну, сейчас мы подойдем к странному памятнику семье. Это такие человечки чешуйчатые. Надеюсь, они будут хорошо видны. Какая-то шведская семья. Три взрослых человека и ребенок. Ну, пойдемте дальше. Здесь такой вот столбик есть, на котором можно покормить белочек. Вот он. Точнее, птиц. Тут написано, можно кормить. За последние лет 20 территория парка была немножко погрызана торговыми центрами, всякими другими офисными зданиями. Вот здесь есть круг, на котором мои дети катались на велосипеде. А справа от него расположен памятник Венгера Советской Дружбы. Его близнец есть, соответственно, в Венгрии был, его снесли. Вот сейчас мы тоже подойдем и посмотрим. Слева от нас, напоминаю, памятник, который расположен на входе в Северный речной вокзал, девушка с корабликом на голове. И в самом парке Дружбы расположены такие сидящие полуголые девушки. Типа они только что собирали урожай. У них над головой колосья такие, по-моему. Но мы туда не пойдем. Вот и памятник Венгера Советской Дружбы. Наверное, раньше считалось, что должен был освещаться. Остались вот эти вот крепления для осветительных приборов. Но он не работает. Венгера Советская Дружба – залог нашей свободы и мира. 1676 год. То есть здесь памятники появлялись постепенно. Слева расположены два торговых центра. Это единственная такая, что мы.
Есть общественный туалет платный. Здесь расположен вход южный, это станция метро Речной вокзал. Сейчас это конечная станция, а потом в ближайшие год-два появятся, будут открыты для пассажиров еще две станции. Беломорская, на перекрестке Беломорской и Смольной улицы, и Ховрина, в конце улицы Дыбенко, точнее, в самом ее начале. В общем, мы выходим из парка Дружбы. Мы его по диагонали прошли, но там еще справа много осталось.